Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Саиди. Приветствую. Мы на месте. Все в порядке. Дальнейшие инструкции получите позже. Дня через два. Пока устраивайтесь на новом месте. Знаешь, как были убиты четверо главных мировых террористов? Как? Ракетой. Ее навели по сигналу мобильного телефона. Меньше разговаривай. О моем здоровье даже мама так не беспокоилась. Вот уж не думал, что заменю тебе родителей. Лучше скажи, кто мне заплатит за машины с нефтью, которые русские разбомбили в лагере. Теперь ты должен мне в два раза больше. Ничего личного. Это только бизнес. Неужели? Забавно. Мне кажется, это ты должен заплатить нам за потерянную нефть. А главное за то, что мы предупредили тебя и спасли твоих людей. Нет. Ты не меня спасал. Ты спасал свою московскую операцию. Знаешь, ты стал слишком много умничать. Как ты смеешь со мной так разговаривать? Давай-ка отойдем. На минутку. Эй! Спроси у них, где туалет. Где здесь туалет, брат? Там. Спасибо. Здрасте, Нонна Михайловна. Здрасте, Арат. Хорошо, что ты вернулся, а то без тебя у меня цветы вон совсем завяли. Ну, с цветами-то мы разберемся. Сын, вот ребят привез помощь. Заказ большой получил. Пусть поживут со мной немного. А вы откуда приехали? Из Рязани мы. На заработки приехали. Ну ладно, только не пейте, чтоб тихо было. Нет, это не про нас. Только хозяйке не говорите, а то корплату поднимут. Санат, пойдем. Успех операции, которую я готовил целый год, теперь зависит только от тебя. Если ты провалишь ее, не говори, что я тебя не предупреждал. Если ты облажаешься, ничего больше не будет. Ни нефтяного бизнеса, ни продажи ворованных скульптур, ни рабов. Ничего. И знаешь, Салем, ты тоже исчезнешь. Лопнешь, как мыльный пузырь. Вот как. Ты мне угрожаешь? Нет, что ты. Как говорится, просто предупреждаю. Пол. Будешь разговаривать так со своей американской женщиной. Не забывайся, Пол. Я воин, а не торговец. Ты докажешь, что ты воин, когда уничтожишь цель. Пока я вижу не воина, а всего лишь торговца бензином. Что касается женщин, я не общаюсь с ними так. Знаешь почему? Потому что я люблю их. И, кстати, о грузовиках. Они должны быть в порту вовремя. Если микроволновку и чайник вместе включить, пробки иногда выбивает. Да я микроволновкой практически не пользуюсь. А, да, еще. Окна не советую открывать, особенно по вечерам. Самолеты очень слышны, это я вам честно говорю. Да я же программист. Я под музыку в наушниках пишу. Ну, тогда, думаю, проблем не будет. Ну что, располагайтесь. А, да, ребят, самое главное, уходя, проверяйте газ. У нас в прошлом году соседка сгорела из-за утечки. Обязательно. Ну все, тогда, счастливо. Если что, звоните.
Спасибо. Отсюда я вернусь, я вытащу тебя! Вытащу! Слушай, жди меня! Жди меня! Хорошо. Жди меня здесь. Я видел человек 50. Есть двое раненых. Один не жилец. Второго зовут Фарид. Салим очень беспокоится за него. По-моему, это важный человек. Возможно, как-то вывезти оттуда. Он здесь, в больнице. Я сказал Салиму, что он не протянет без операции и 2 дней. Спасибо тебе, Рашид. Можете кое-что сделать для меня? Когда найдете Салима? Никаких судов. Никаких тюрем. Убейте его. Рашид, я не палач, не судья. Я разведчик. Вот, возьмите. Здесь фотографии из лагеря. Спасибо. Я сейчас покорчился с тобой. Стив. Стив, зайди ко мне. Черт, Итан. Итан выходил на связь. По мобильному он недоступен. По закрытому каналу тоже все тихо. Черт. Во время последнего разговора он сказал, что у него погиб сын. У меня дурное предчувствие. Я понимаю, что в таком нестабильном эмоциональном состоянии ничего хорошего он не сделает. Нужно выводить его с территории Туниса. Надо переодеться. Нам часто приезжают гуманитарные миссии и врачи из разных стран. Так что, думаю, будете чувствовать себя спокойно. Он только пришел в себя. Большая кровопотеря, ожоги, легкое сотрясение. Но состояние стабильное. Ну, здравствуй, Фарид. Я вам ничего не скажу. Ты нам поможешь и будешь жить. Я не скажу тебе ни слова, пес. Ты зря сунулся сюда. Считай, ты покойник. Я не могу разобрать ни слова. Где готовится теракт? В Москве. Объект. Самолет. Захват самолета? Бомба на борту? Рейс. Куда следует борт? Сколько у вас человек в Москве?
Детали знает только Салем. В Москву уже выехали две группы. Пока по три человека. Когда планируется теракт? Сначала была назначена точная дата. День рождения убитого вами сына Салема. Он не может это забыть. Айла родила мальчика, но он не смог заменить ему Фатиха. То есть вы поменяли дату? Да. Но теперь эту дату знает только Салем. Айла, кто она? Любимая жена Салема. У кого списки уехавших бойцов? У Салема, в компьютере. Вся информация у Салема. Меня убьют, я не могу. Дай мне шприц. Здесь 15 кубиков соляной кислоты. Немного, но твоим кишкам хватит, чтобы начать растворяться, а тебе сдохнуть от боли часов через 5-6. Операция тебе не поможет. А если поможет, то тебе вырежут половину живота, и жить ты будешь в инвалидном кресле, ходя под себя в пакетик. Впрочем, тебя и твою семью завалят свои же. Тот же Салем. Я найду способ рассказать ему, кто и когда сдал нам все его планы. Все в компьютере. Он его хранит в черном армейском резиновом кейсе. Глаз с него не спускает. Банк «Сигма» на самом деле никогда не принадлежал Павлу Резнику. Настоящим владельцем был Петр Шпалин, глава Межбанковского комитета. Когда Резника убрали, банком стал руководить Аркадий Синельников, который был в курсе этой схемы. Банк «Сигма» владеет офшором под названием «Пафос Трейдинг». На допросе Шпалин рассказал, что некий американец, который представлялся сотрудником ФБР, заставил купить его эту компанию, угрожая тем, что либо он сядет в тюрьму за отмывание денежных средств на территории США, а у Шпалина, оказывается, там очень много активов, либо его банк купит этот офшор. По описанию, этот сотрудник ФБР напоминает этого человека. Так это же Пол Брэдфилд, мой старый друг, который вылетел из ЦРУ за эту московскую историю с китайской делегацией. Итак, Уотсон знал, кого нанимать на работу. Брэдфилд – идеальная фигура, чтобы организовать нелегальные поставки нефти с территории боевиков в Ливии на Запад. Кроме того, Салем – бывший агент Брэдфилда. Их объединяют годы знакомства. Мы проверили финансовые операции Glowstone. Все расчеты между черными ливийскими нефтяниками и компанией Glowstone идут через кипрский офшор Paphos Trading, но не напрямую. Операции проходят через кипрскую компанию русского банка Sigma, который владеет компанией Paphos Trading. Русский банк. Здравствуйте. Саяра, ваша машина? Give me a kiss, please. Дайте мне, пожалуйста, ключи. Give me a kiss. Нет, дай мне ключи. Дай мне ключи. Кейс, Саяра. Дай мне ключи от этой машины. I'll be back. Я верну. Скоро. А зачем Брэдфилду нужно, чтобы этим офшором управлял именно русский банк? Американские финансовые службы отслеживают все сделки по операциям с энергоносителями. Банк Sigma владеет компанией Paphos Trading. У американцев нет доступа
счетам в русском банке. Соответственно, деньги с Кипра могут уйти куда угодно. Оплата Салему шла с этих счетов через подставные лица. Угу. А Резник однажды узнал бы. Резник вообще не понимал, зачем его банку такой сложный офшор. Хотел его закрыть. Ведь, в отличие от Шпалина, его никто не контролировал и не шантажировал. Ну, когда Резник стал мешать, его убрали. Глуповато, конечно, шумно, но убрали. Хм. Да, что мы знаем о Пафострейдинг? А у кого, кстати, компания закупала продукты нефтехимии? Ну, тут интересно, товарищ генерал. Разрешите нарисовать? Угу. Основные поставщики – это неизвестные в отрасли нефтедобытчики. Ну, понятно, да. Черные нефтяники, так называемые. Да. В нашем конкретном случае это Салем и его люди. Именно он контролирует зону нефтедобычи, нефтеналивные терминалы, а также его грузовики, отвечая за транспортировку нефти из Ливии в порты Туниса. Кто конечный покупатель? Европа. А каким образом нефть из Ливии поступала в Европу? А всю схему, включая транспортировку, контролирует американский концерн Глоустон. Глоустон? Президент этой компании некто Ингрид Уотсон. Это она пыталась протащить разрешение на поставку ПЗРК так называемым умеренным радикалам, да? Да, и она более всего заинтересована в том, чтобы зону нефтедобычи перешли от национального правительства к ливийским полевым командирам, такие как Салем. Фактически она финансирует терроризм. Более того, именно ее грузовики под эгидой благотворительной организации «Миссия 44» отвечают за транспортировку нефти из портов в Европу. Сначала они, груженные водой, заходят в лагерь к беженцам, оттуда пустые идут к нефтеналивным терминалам, а оттуда обратно в порт. Понятно теперь, почему она настаивала на ужесточение санкций и нарушение запрета на поставку ПЗРК. Личный финансовый интерес. Так же, как у Брэдфилда. Он отвечает за взаимодействие всех со всеми. Обрати внимание, боевики, как всегда, рядом с беженцами. Знакомый арабский вариант. Эта схема идеальная. Возьмем Брэдфилда, и что мы ему предъявим? Его нужно брать исключительно вместе с Салемом. Брэдфилд – профессиональный разведчик, он все просчитал. Его вряд ли заманишь на эту встречу. На сегодняшний день нам известно о двух группах боевиков, которые Ахмед Салем отправил в Москву. Террористы уже пересекли границу, находятся на территории России. Известно, что их человек 6. Также известно, что в ближайшее время будет отправлено еще человек 10. По информации от погибшего Джафара Сафради, объектом террористов будет либо аэропорт, либо воздушное судно. Когда? Ну, точная дата неизвестна. Ее нам может сказать только сам Салем. По словам помощника Салема, Фарида Бурали, вся информация о готовящемся теракте, о способе и месте его проведения, а также о конкретных людях, которые имеют отношение к его подготовке, находится в компьютере Салема. Нам нужен Салем. Ну, или его компьютер. Или его компьютер. А это кто? Стой. Это наша единственная зацепка. Любимая жена Ахмеда Салема, Айла. Красотка. С европейским образованием, из богатой ливийской семьи. Любит шопинг в Лондоне и Берлине. Разбирается в современном искусстве. У нее своя арт-галерея в центре Туниса. А где они встречаются? Он приезжает к ней или ее привозят в лагерь? Нет, у нее дом в Джербе. Скорее всего, он приезжает к ней. Ну, во всяком случае, в лагере я это не видел. Стоп! Кто там? Кира, открой. Родионов, входи, пожалуйста. Кира, Артем жив. Кира. You have
Миссис Уотсон, к вам пришли. Thanks. Спасибо. Какого черта вам здесь нужно? Я не буду говорить с вами без адвоката. И я рад снова вас видеть, миссис Уотсон. Не нужно адвоката. Это частная беседа. В таком случае, у вас есть 5 минут. Старый дурак Брэдфилд слишком много болтает. ЦРУ стало известно, что вы занимаетесь нелегальными поставками нефти с территорий, контролируемых умеренными радикалами. Я не понимаю, о чем вы. Какая нефть? Моя компания занимается логистикой на Ближнем Востоке. А еще я занимаюсь благотворительностью и помогаю несчастным беженцам. Именно. Но мы знаем, что в цистернах с водой на самом деле перевозят нефть. Вы сами уйдете или мне вызвать охрану? Не торопитесь. Я могу быть вам полезен. Гораздо полезнее Брэдфилда. Я сказала, убирайтесь вон. Как скажете. Посмотрим, как вы заговорите, когда в результате операции спецслужб арестуют колонну ваших грузовиков, которую в данный момент сопровождают боевики Ахмеда Салема. Танкеры в порту Зухра, видимо, ее так и не дождутся. Одну вашу колонну расстреляли в лагере боевиков, другую арестуют прямо в порту. Но я могу вам помочь. Это мой частный имейл, если надумаете. Могли бы хотя бы чашку кофе предложить. Это я. I get it. Я понял. What's up, man? Какие новости? Плохие новости. Ребята в костюмах готовятся получить вместо нас последнюю посылку. Понимаешь, о чем я? That's perfect. Замечательно. Where this information from? Откуда эта информация? Какая разница? Скажи своему почтальону, чтобы вернул посылку на почту. Okay. Хорошо. Слушаю. Нам нужно встретиться. Зачем? Есть изменения в движении транспорта. Это можно обсудить по телефону. На последней встрече я тебе все сказал про телефоны. Где встречаемся? В обычном месте? Да. Договорились. У нас появился шанс освободить Артема. Я прошу тебя, не спасай мир. Спаси одну, самую дорогую для меня человеческую жизнь. Я тебя обещаю. Мне нужна твоя помощь. У Салема есть жена. Ее зовут Айла. Мне нужно, чтобы ты с ним встретилась. Ты хочешь, чтобы я встретилась с женой террориста? Ты что, с ума сошел? Послушай меня, Кира. Это действительно наш последний шанс. Она цивилизованная европейская женщина. Она тоже галеристка. Иван был прав, когда говорил, что вы способны использовать каждого. Что для вас все люди делятся на своих и чужих агентах. Да, Иван был прав. Не надо было слушать во всем его. Да сейчас, Кира, у нас нет другого плана вытащить Артема оттуда живым. И у нас очень мало времени. А у тебя потом будет возможность исправить ошибку. Он же сейчас в Жербе. Думай, Кир.
Еще раз. Слушай, ты правда считаешь, что я за 2 часа не способна запомнить 10 вопросов? Не надо раздражаться, Кир. Один неверно заданный вопрос, и все посыпется. Я все запомнила. Хорошо. Тогда разделась. В каком смысле? В прямом. Снимай куртку. Это распечатка переговоров Брэдфилда и Салема. Они встречаются сегодня. У нас получилось. Нет, так вылезет. Слушай, предупреждать же надо. Прости. Самое главное, как только почувствуешь, что контролируешь ситуацию, приходи на тему детей. Я все это запомнила уже. Слушай, ты специально, что ли? Все очень было предупреждать. Это не больнее. Слушай, ты специально, а? Слушай, ну ты специально издеваешься и делаешь мне больно. Я же сказал, внимание. Ты хочешь, чтобы я медленно это делал, тебе больнее будет. Я аккуратно. Специально делаю больно. Я убью любого, кто сделает тебе больно. Тогда начни с себя. Ты уж тебя тогда вечно любить будет. Ой, слушай, Родионов, давай только без этих вот, без майорских роз. Вообще-то я полковник, если ты забыл. И не строй себя, идиота. А что значит майорские розы? Ну, это такие, которые, ну, с большими такими распустившимися потом. В общем, те, которые я ненавижу. Эй, Пол! What the heck? Какого черта Итан там делает? Итан? Послушай, я не знаю, что ты здесь делаешь, но тебе нужно исчезнуть прямо сейчас. Исчезну, после того, как ты достанешь моего сына из лагеря Салема. Или исчезнешь ты. Какой сын? Подожди. В каком лагере? Что ты несешь? Хватит кривляться, а? Стой там, где стоишь! Руки подними! Я же верил тебе, как отцу родному, даже... Больше, чем отцу. Потому что отца я не помню совсем. Что изменилось, сынок? Я скажу, что изменилось. Я там был, Пол. Я был в Ронде, я все видел. Я видел эти грузовики, эту нефть, этих детей. Я все видел, Пол! Подожди. Это не то, чем кажется. Это вопрос национальной безопасности. Не делай глупости, мой мальчик. Мы с тобой все еще на одной стороне. К черту твою сторону. К чертовой матери твою сторону. Я всю жизнь думал, что я работаю на страну, в которой самое главное – это личность, человек. Но я понял, что это не так. Я работаю на корпорацию. Мы начинаем войны. Люди гибнут. Ну, нам плевать, потому что самое главное – это экономическая конъюнктура. Самое главное – это бабло. Это выиграть какой-нибудь военный заказ. А на интересы простого человека плевать. Плевать! Послушай, не упрощай, Итан. Все гораздо сложнее.
Сейчас уходи отсюда. Встретимся вечером, и я тебе все объясню. Что ты мне объяснишь? Что ты мне можешь объяснить? Что твой сын в Сомали погиб вот ради этого? Что я семью потерял? Что я сына сейчас могу потерять ради этого? Да ради того, что ты, тварь, торгуешь нефтью с Салимом? Послушай меня, сынок. Салим – это часть большого плана. Он всего лишь винтик. Я – это винтик. А ты – просто животное. Я застрелю тебя сейчас, как собаку! Послушай. Это ловушка. Американец подставил нас. Убейте обоих и уходим отсюда. Уходим. Забери парня. Забери парня, я сказал. Давай, давай. Нравится место? Здесь лучшая местная кухня. Невероятная удача, что ты оказалась у нас. Я очень верю в совпадения. Знаю, что если необходим тебе какой-то человек, то его обязательно встретишь. Просто нужно подумать о нем. И кто тебе сейчас необходим? Ты знаешь, у одних людей появились античные статуи, которые вывезены бойцами за независимость из разрушенного Шахата. Фактически спасены. Мне нужен эксперт, который смог бы подтвердить их подлинность. Все в порядке? Да, все хорошо. Тебе нужен официант? Позвать официанта? Нет, нет, не беспокойся, все хорошо. Просто не в то горло попало. Ведь не каждый день приходится слышать про античные ценности из Шахата. Да. Так вот, если бы они оказались на самом деле подлинными, я бы нашла им надежный дом. Ты могла бы помочь оценить их? Айла, скажи, это очень далеко? Я должна предупредить своих, что вернусь чуть позже. Нет-нет, километров 50 от города. Ехать не больше часа. По-моему, это то место, куда Кира с Резником ездила. Игорь, надо группу вызывать. Сами не справимся. Ты знаешь, мне самой не нравится, что они все время за мной ходят. Но Ахмед настаивает. Останьтесь здесь. Мы ненадолго. Некоторые пострадали от военных действий и транспортировки. Но они целы. И это уже хорошо.
Нужны хорошие руки. Я знаю таких реставраторов. Кто вы? И что вы здесь делаете? Не волнуйся, я знаю этих людей. Успокойтесь. Мы не причиним вам никакого вреда. Мне нужна встреча с вашим мужем. У него находится дорогой для меня человек, и я хочу его забрать. Забираем оружие и уходим из этой страны. Сворачиваемся, сворачиваемся. Айла, отойди от него. Не стрелять. Ахмед Салем. Меня зовут Андрей Родионов. Я офицер российской разведки. Я помню тебя, Андрей Родионов. Твои люди когда-то убили моего сына. С тех пор моя жизнь потеряла всякий смысл. У меня твоя жена. И я хочу обменять ее на парня, который стоит рядом с тобой. Скажи, Родионов, тебя интересует только этот щенок? Тебе не интересно, что я собираюсь сделать на твоей земле? У тебя дома. Меня интересует все, Салем. Я смогу защитить и сына, и свою землю. А вот сможешь ли ты сейчас защитить свою жену? Я защитил свою жену. А сейчас я убью твоего сына. Это ведь твой сын? Это мой сын! Миссис Уотсон, я Конан Шелби, ЦРУ. Со мной Гарри Хэкман, ФБР. Вы должны проехать с нами и ответить на вопросы. Конан, давайте поговорим наедине. Какого черта вы здесь делаете, Майк? Не могли бы вы нас оставить? Конан, угощайся. Сэр, я не уверен, что это лучшее время для сигар. Поверь мне, для сигар любое время лучше. Ты примерно представляешь себе, что будет дальше? Это будет зависеть от показаний Уотсона.
Не будет никаких показаний, Конан. Сейчас приедут ее адвокаты и представители специальной комиссии Конгресса. Она действовала в рамках полномочий, которые ей подтвердили. Вы хотите мне сказать, что комиссия дала ей полномочия торговать с террористами нефтью и оружием? Я хочу сказать, что Уотсон — это часть игры. Малая, видимая, но часть игры. Я не понимаю, что такое общая игра. Я лично в ней не участвую. Непременно участвуешь. Мы все в ней участвуем. Хотим мы этого или нет. Это геополитика, друг мой. Геополитика. А я думал, контрабанда и незаконная торговля оружием. Ты правда считаешь, что серьезные фигуры участвуют в этом ради нескольких сотен миллионов долларов? Это так выглядит. Влияние, Конан, влияние. Русские усиливаются в Сирии. Значит, мы должны усиливаться в Ливии. Русские договорились с турками. Значит, нам пришло время дружить с Ираном. Если не мы их, то они нас. Ты понимаешь, что я говорю? Господи, как же это пошло звучит. Сфера влияния, геополитика. Я читал, как то же самое говорили сотрудники ЦРУ, которых взяли в 80-х по делу Иран-Контрас. В 86-м я был помощником Оливера Норта, который придумал ту схему поставок. Неужели та история вас ничему не научила? Торговать с террористами — это значит усиливать их. Такие, как Салем, враги. И для нас, и для русских. Нет, Конан. Русские — это враги. А Салем — это плохой парень. Понимаешь, о чем я? Честно говоря, нет. Хорошие парни, вроде нас с тобой, вынуждены использовать против врага плохих парней. А это стоит денег. Проводя все официально, мы не сдвинулись бы с места ни на Ближнем Востоке, ни в Латинской Америке. Для финансирования таких ублюдков и существуют компании вроде Глоустоуна. Я запутался, сэр. Я уже не понимаю, кто здесь враг, кто хороший парень, а кто плохой. Конан, главное понимать, что мы с тобой хорошие парни. Так просто? А что потом? А потом мы покурим сигар и выпьем бурбона. Потом мы выкурим еще по сигаре. Уотсон отправит помощника за лучшим бурбоном. Мы выпьем по стакану и разъедемся. А в выходные ты приедешь ко мне поиграть в гольф. Еще приедет мой заместитель Фил. И парни из Конгресса. И Уотсон. Пора бы вам уже нормально познакомиться. Привет. Тебя ждать к вечеру? Да, я еду домой. Закрывал дела. Завтра я ухожу в отпуск. Ого, здорово, это сюрприз. Да, так неожиданно получилось. Хорошо, тогда скоро увидимся. Пока. Федеральные службы безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом и службой внешней разведки получены неопровержимые доказательства. Вчера в Москве
обезврежено несколько групп боевиков-исламистов, планировавших беспрецедентный террористический акт. Объектом атаки террористов был выбран самолет специального летного отряда России. Можно с уверенностью говорить, что готовилось покушение на президента Российской Федерации. Операция проводилась совместно силами органов государственной безопасности, разведки и госохраны. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. У меня все.